Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в баталии, морские баталии, продолжаем. За кадром я, ребят, поплавал и еще раз поплавал. Вот, и да, что я делал, я фармил, вот, фармил, пофармил ресурсов, сделал, кстати, знаете что, выставил на продажу, ребят, сделал, пофармил эти, как его, порционы. Порционы поставил. Вот, не знаю, купят, не купят. Ну, покупали, я поставил. Вот 237 порционов сделал, поставил. Посмотрим, что там купят, что там не купят, короче говоря. Ну, покупают их, вот. Вот такие дела. Денежки нужны, денежки мне нужны. Потихонечку фармлю ресурсы. Нахожу, опять, кстати говоря, фрагмент чертежа нашел. Знаете, в чем прикол? Плавал, короче, за кадром. Фрагмент чертежа написано то, что выпадает с кораблей двух звезд и трех звезд, да? Вот. Но я нашел, знаете где? Один фрагмент я нашел с одной звезды, с корабля одной звезды. А второй фрагмент, у меня там еще фрагмент лежит на личном складе, нашел просто, подобрав осколки. Осколки корабля подобрал просто. И, ну вот, просто... Не в смысле осколки корабля, в смысле, который я потопил, а в смысле просто вот осколки корабля, которые лежат, я потопил, короче. Не потопил, который, ну ты понял, в общем. И с него тоже фрагмент, в общем, выпал. Вот, вот такие дела. Сегодня что мы будем делать? Сегодня мы будем реализовывать рыбку, ребят, опять, да. А, нет, мы сегодня, я другое хотел сегодня попробовать, точно я вспомнил. Сегодня мы хотели другое кое-что сделать. Так, мы вот сюда возьмем вот так вот еще... Я хотел сегодня, знаете, что сделать? Я сегодня, ребят, хотел кое-что другое сделать. Тут спросишь, что ты делаешь? Зачем? К чему это? Есть... Задание, здесь когда нажимаешь escape, нет, нажимаешь пробел для выхода из моря, в море, в океан. Здесь выйти в море, выйти у маяка, да, и есть режим, и есть арена, но это PvP, да, арена. С игроками против игроков, тут есть награды. Но есть также режимы, ребят. Режимы, в режим можно попасть за свитки. Свитки ты получаешь, когда просто фармишь море там, уничтожаешь пиратов, тебе могут свитки выпасть. Здесь есть PvE миссии, ребят. Вот, здесь есть рейд пиратов, на которых я уже не попаду, потому что корабль у меня слишком большой. Тут надо послабее корабль. Есть защита губернатора, есть боевое крещение. Это ПВЕ миссия. А вот это уже КОМ. Какие-то миссии, видимо. Это, видимо, КОП миссии какие-то. Вот, и тут есть что-то, игроки сидят там. Но тут надо эскадры собирать. Вот, я хочу попробовать, что за защита губернатора. Здесь за... Во-первых, здесь говорят, что средний расход ядер 1800. Да, нужно свитков 24, ребят. И дают боевые марки, череп вуду и золото здесь можно получить. Давайте попробуем на начальном уровне сложности пойдем. Пойдем. Так, проклятие. Проклятие, ваша прочность падает со временем. Я не знаю, что это такое, ребят. Мое проклятие какое-то. У меня прочность падает со временем. Так, и что? Пробел закрыть, я понял. Мне просто надо воевать? Это вот типа от ботов, да? Защита... Защита типа губернатора, да? Понял, интересно. Интересно. То есть, по сути, тот же самый ПВЕ, да, но с какими-то гарантированными, что ли, призами. Видимо, как-то так, ребят. Давайте поиграем, посмотрим, что это за режим. За свитки все-таки дается.
Что здесь? Смола, медь, тут даже ресурсы есть. Тут даже есть ресурсы, ребят. Так. А я ресурсы-то с них могу собрать, с этих, да? Дублоны, золото. Что за дублон? Давайте посмотрим, что с них здесь выпадает. Ни хрена не выпадает, ребят. Найдите поселение с краю карты, чтобы улучшить корабль за дублоны. Поселение с краю карты. А типа первой волны, что ли? По волнам, что ли? По волнам. По волнам. Все, сгорел. Так, ну такое как бы, ребят. Вон там вон поселение есть. Я думал, здесь что-то получше будет с этих падать. С них что-то особо ничего не падает. Так, еще дублоны получили. Но там вон есть поселение, я вон там вон вижу. Вон там есть поселение. Кстати, они что-то не умирают. Вот эти ребята, которые типа меня защищают. Вот этот Брамей, да? Блэмей, да, какой-то корабль. Я его, знаете, как называю? Бармалей. Я не знаю, то есть у него название корабля идет Блэмей. Блэмей какой-то. Я его почему-то Бармалей называю. Для меня он Бармалей, ребят. О, кстати, черепа Вуду нашел. Боевые марки нашел. Так, волна вторая, готовьтесь. Хорошо. А сколько здесь всего волн? Что-то мне не нравится то, что ни хрена не дают это. Я думаю, как-то ресурсов здесь побольше будет. Ну, давайте попробуем ко второй это подготовиться, да? Еще идут, да, уже посерьезней, да, я понимаю, так? Золото, обломки. Пока 4 марки только. Экипаж не погибнет при вылазках. Кстати говоря, хорошо, это хороший такой этот. А он туда что, сплавать, что ли, можно? Типа, что-то улучшения какие-то можешь купить за эти. А защита губернатора в чем заключается? Я думал... А я могу его на штурм взять? На абордаж. Да, я могу на абордаж даже брать. То есть здесь все функции сохраняются. Я думал, здесь какая-то такая мини-миссия будет. Типа с небольшим, может, даже каким-то сюжетом. А здесь просто такой режим. Здесь просто такой режим. Режим, ребят. А, то есть я еще и здесь пленных могу пофармить. Так, они пускай пока воюют, кстати. Пойдемте посмотрим, что я там в поселении. А здесь как самого ветра, что ли, нету, как я понимаю. То есть ветер дует во все стороны. То есть ветра нет, понятия, хотя вроде влево дует он. Не понимаю. Самого понятия ветра нет, что не знаю. Я немножко другой себе немножко представлял, конечно. Пускай они там воюют пока. Тем более губернатор что-то у нас живет, он не умирает. Так, что я могу купить? Ремонт, прочность, секунда, цена улучшения. А сколько у меня? Можно где-то? А, дублоны в левом верхнем. Маневр плюс 7, скорость перезарядки, перезарядка предметов, прочность, ремонт, прочность, маневровость, скорость перезарядки оружия, наверное, вот это вот надо. Прочность. А сколько стоит-то, ё-моё? Цена улучшения, непонятно. Я навожу, непонятно, сколько стоит. Ремонт, прочность. А, это общее, то есть цена улучшения это общее, то есть теперь 55 стоит. Урон орудий, а я не могу, да, 55 это стоит, понятно. То есть здесь нет, тут нету цены по отдельности, здесь как бы общая цена, просто за первое улучшение ты платишь там 20 дублонов, потом 30, без разницы, что ты улучшаешь.
Без разницы, что ты улучшаешь, просто здесь по очереди ты все улучшаешь. Улучшаешь в том порядке, в котором ходишь. 44 дублона, хорошо. Ну, пока бы я не сказал, что я что-то прям заработал здесь, боевые марки, вуду. Тут скажешь, нихрена ты губу раскатал, сразу что-то хочешь здесь заработать. При том, что пошел на нормальном уровне сложности, да? А у меня, кстати говоря, ХП восстанавливается потихонечку, я вижу. Пойдем, типа, участвуем еще в баталии, там его разберем. Где они там? А, кстати, да, осколки надо забрать корабля. Я думал, знаете что, я буду топить корабли вражеские. И на вражеских кораблях будут какие-то полезные прям ресурсы, такие фармить будет. И я думал, типа, знаете, такой небольшой сюжет будет, типа, тебе нужно сопроводить губернатора. И мы должны плыть из точки А в какую-то точку Б. Вот так вот я думал. О, кстати говоря, мне дали там еще что-то, да, мне дали, да, боевые марки. Я думал, мы будем плыть из точки А в точку Б, короче. Вот, и потихонечку на нас будут нападать пираты. То есть мы должны будем отбиваться. И надо, типа, довести губернатора. А что, ты один остался? А, то есть второго потопили. То есть зря я ушел, да? Я думал, почему-то, что они бессмертные, ребят. Вот, ну я, главное, хочу посмотреть просто, что это за режим. Да, ветер дует, по ходу дела, со всех сторон, в любую сторону. Ага, губернатор сейчас потопит. Потопит губернатор-то у нас. Потопит. Губер, держись. Давайте попробуем его... Нет, на абордаж брать не будем, ребят. Снаряд кончается потихонечку. Пускай на меня агрится. Я-то уж выдержу. То губернатору нашему тяжело. Я-то уж выдержу. Блин, жалко, как один корабль потеряли. Вероятность того, что я пройду, уже меньше. Хотя я не знаю, здесь какой... Сколько здесь волн, интересно? Ну, так как там пушки можно покупать какие-то крутые, мне кажется, здесь минимум 5 волн. Хотя я не знаю. Давай-то они. И мне должны дать награду, да? Давайте, дублоны, опыт. Кстати, золото неплохо дали, 800. Боевых марк 5 получили. Давайте немножко отремонтируемся. Не успеваешь? Как вот можно успеть доплыть до... Он же у меня в эскадре, да? Мне... Да. Как можно успеть доплыть? Типа, можно доплыть, да, до улучшения. А как тут доплывешь, успеешь, когда тут так быстро все происходит? Вот как вот я успею доплыть? Сейчас губера-то опять замочит. Ну-ка, все согрелись на меня, быстро. Губернатора не трогаем. Ну, губернатору трындец, короче. Ну, такой режимчик такой. Не знаю, может, он вообще бесконечный, кстати говоря. Типа, фармишь сколько сможешь. Надо потопить как можно больше. Так, минус один сделали. Блин, губернатор, держись. Собака. Все, минус губернатор. Или что? Или это просто защитные корабли? Я не понял, подождите, я что, я не проиграл? Это
Типа, или просто защитные корабли со мной плавали. Типа, для облегчения. Не понял. Я думал, это типа губернатора надо защищать. Там же типа написано было защита губернатора. Или типа губернатор у нас на корабле, и мы его защищаем. А это просто защитные корабли плавают. Плавали. Так, там падла тонет. Самое интересное, что пока я всех ребят не потоплю, то есть новая волна не придет. То есть можно оставить кого-то в живых. Да. Оставить какого-то одного в живых. Мне кажется, крындец. Мне какой-нибудь наборчик ремонтный бы. Неплохо было бы. Чё встал-то? Я же не тормозил. Сказали 1300 расходов где-то по ядрам. Ну чё-то я уже... вам потратил уже больше. Может, здесь, знаете, подкачать свой немножко скилл. Так, у того 40 хп. Сгоришь сам или что? Так. Поплыли, попробуем до этого доплыть. У нас 187 дублонов. Этого пока оставим в живых. 600 золота, кстати. Сколько я здесь золота получу? И сколько мы здесь пробудем с тобой? Я просто хотел уже давно, кстати, в этот режим, ребят, попробовать, поиграть. Смотреть, что это за режим. Сейчас мы его убьем, потому что у нас мало хп. Сейчас мы сейчас туда доплывем, чтобы время как бы скомпенсировать. Сейчас мы туда подплывем, его убьем, и потом начнем это. Всякие дудли, шудли проводить. Или мы уже не подплывем. Или у нас сейчас пукнет. Так, нам нужно бы что-то сделать это. А, у нас, кстати, прочность. Я сделал, чтобы прочность, получается, восстанавливалась, да? Тихо. Да не падла. Блин, я что-то все через жопу. Я уж должен заправиться. Я проплыл мимо этого. Ну, выпрямись. Ну. Где торгаш-то, блядь? Можно было пошире сделать торгаша-то. Господи. Прочность плюс один. Маневренность. А что у нас здесь маневренность только осталась? Надо было урон орудиями, ребят, качать. Не то я все накачал. Дурачок. Дурачок, вот и проиграл. Все не то прокачал. Реген ХП тут можно, да, было вкачать побольше. Вот, ну, в общем, проиграли. Ну, потому что, да, здесь надо немножко некая тактика, ребят, нужна. Тут не просто... не просто так. Поплыли, поплыли. Я же не убирал парус. Ты что-то у меня это... парус что-то убрался. Ну, короче, двигаться, ребят.
Надо двигаться, иначе жопа. Бортом подставься. Ладно, нормально. Да, не очень. Не очень. Так, разворот. Может, это на абордаж его взять? Собака, срано он выстрелил. Давайте этого быстренько забираем. Давайте добычу. Давайте ремкомплект. Может, я что-то отремонтируемся немножко. Что-то они там сбились. Не плывут сюда. Пускай не плывут. Мне надо ХП пополнить. Мы сейчас пока плывем тихонечко. Пускай они там за островом там засели. Что у нас там по ресурсам? 19 дубло. О, марок получили. Череп буду, да, пока. Но особо отсюда мои ресурсы пока не знаю, вытащим, нет. Так, все, мы в принципе отремонтировались. Мне сказали, то есть там в начале данной катки, в начале данных боев, да, сказали то, что средний расход 1300 снарядов. Мне кажется, уже больше потратили. Сам же горит на своих ядрах, дурачок. Давайте одного потопим уже. Пускай догорает. Так, дублончики получили. Блин, сейчас горит жопа у меня. Хорош. Хорош, еще минус один. Так, и сейчас можно плыть в этот. Туда опять. Давай, тони. Тони быстрее, господи, тонешь как долго. Непрофессиональный этот. Непрофессиональный пират тонет долго. Так, поехали. Давайте пушку попробуем. Урон от пушек прокачать. Мне кажется, надо было изначально сразу качать урон от пушек, ребят. О, безлимитный фосфор. Урон от пушек. Скорость, прочность. Да, урон от пушек надо было изначально, ребят, качать, я как понимаю. Все было бы у меня хорошо. Сколько здесь вол? А все вот эти ресурсы, да, я их с собой же заберу, правильно? А, пройдено волн 5. Время в итоге 20 минут. Опыта 1700, золото 4900. Боевых марок 24. Ну, кстати говоря, неплохо за 20 минут боевых марок 24. Покинуть режим Ю. А, 5 волн, да, получается всего. Ну, кстати говоря, неплохо. Я бы не сказал, что сложно. Я бы не сказал, ребят, что сложно. Нормально. Мне понравилось. Марок пофармили. 106 марок, кстати, у меня уже получается. Ну, тратим мы свитки с тобой. Да, то есть мы... Когда сюда заходим...
То есть мы тратим свитки. Нужно свитков 24, а у меня свитков сейчас 151. Вот, то есть неплохо дополнительный фарм марок. Может, конечно, на сложный уровень. Мне кажется, там уже лучше, можно эпический уровень. Посмотреть, что там. Тут надо тактику вырабатывать, то есть, и воевать. Вот, ладно. Ладно, учтем, может быть, за кадром я пофармлю. А, да, за кадром я говорил то, что я, ребят, репутацию, да, еще пофармлю. Да, немножечко пофармил, у меня здесь теперь репутация 69. С береговым братством, вот, 69 репутации. Немножечко пофармил, буквально пару часиков там поплавал, подфармил репутацию. Вот, и в принципе можно, наверное, будет еще пофармить береговое братство это. Вот, ну сегодня мы с тобой еще займем с чем? Мы с тобой выйдем у маяка, и мы пойдем с тобой фармить. Да, ребята, мы пойдем заниматься тем, чем мы обычно занимаемся. Кстати, в правом нижнем углу ты можешь заметить, у меня теперь показывается на мини-карте ветер, ребят. Теперь ветер показывается у меня на мини-карте. Про там какие-то жирные вот эти вот прям уж стрелочки чересчур жирные. Хватило бы обычной этой... обычной стрелочки более простой. Но почему-то разработчики сделали именно так. Вот, я теперь нормально вижу ветер, ребят. Постоянно вижу ветер. На это мне намного лучше нравится. Настройки, оказывается, можно было поменять, представляете? Вот, я просто слепошар, ничего не вижу. Просто стрелочку это надо было сделать не такую вот, как там, да, нарисовано. Сделать более стрелочку, более такую гармоничную. Просто обычную такую синенькую стрелочку вытянутую. Вот. А так мне действительно намного лучше. Мне так больше нравится, потому что я всегда вижу постоянно ветер. То есть мне не надо там что-то выглядывать где-то на море, куда там, где этот ветер. Все, я вот просто вижу, что ветер туда дует. И все. Сейчас, я говорю, его на абордаж возьмем. Возьмем на абордаж, будем фармить. Да, опять же говорю, единственное, что вот минус, тут слишком жирная какая-то стрелочка получается. Можно было поскромнее. Так, забираем, что, грабим? Пленные мне пока не нужны особо. Пока пленные особо, ребят, не нужны. Просто грабим, рыбачим, короче, сегодня. Ну как грабим? От пиратов море очищаем, да. Блин, охренеть. Ай, ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаю туч. О, привет. Привет, друг. Друг, привет. Не хочешь участвовать в акции? Не знаю, там какая-нибудь акция, типа пойди работать ко мне на плантации и приведи друга. Если ты приводишь ко мне, если ты идешь ко мне, значит, ты идешь ко мне работать на плантации, ты должен привести обязательно друга. Потому что друзья, это хорошо. Так. Я, кстати говоря, можно штурмануть. Давайте его штурманем, я думаю. Попробуем забрать у него всю добычу. Так, все, больше стрелять по нему не будем. Он опять против ветра. Да что ты будешь делать? Так, что нам сделать? К нему повернуть не можем. Так, нет, сейчас сможем. Можешь попробовать к ней пилюшки пока зарядить, если что, с объемом парус. Я его хочу на абордаж взять. У него должно быть повышенное количество этого. Повышенное количество... лута.
Ну куда ты все уплываешь? Что у вас за привычка? Вот, кстати говоря, в начале, когда я только начинал играть, да, плавал на говняных кораблях, от меня пираты не убегали. Они, наоборот, меня пытались потопить. То есть они все время за мной плавали. Они все время за мной плавали. А этот падл пытается от меня удрать. Чё, хреново плавается, да? Блять. Есть, поймал. Я думал, сейчас Волгодон вот этот вот у меня заберет его, подсосет. Он мог, кстати говоря, пройти, дать залп. Долго я его, конечно, это... Больше добычи хочу. О, две штуки испепеляющих, ребят. По 20 тысяч каждая. Кто-то скажет, не продавайте, по себе оставить. Но если что, ну я к тому, что если что, 20 тысяч каждая. То есть 40 тысяч нашел, по сути. Вот считайте, хреново это или нет. Можно продать, можно себе, конечно, оставить. Блин, снарядов мало осталось, ребят. Так. Давайте, знаете, что я думаю? Доплывем до торговцев. Давайте вот этих штурманем, двух дурачков. Они, конечно, такие ватненькие. Такие ватненькие, такие это. Такие не очень, не очень вкусненькие. Чё ты здесь плавишь? А, другой уже какой-то чувак. Это какой-то другой человек, я думал, это опять тот же Волгодон этот проплывает, туда-сюда плавает. Ой, что-то горишь как-то хорошо. Ну, дай-ка я тебя на абордаж возьму. Дай-ка я сегодня, ребят, это, фармлю активно. Рыбу тоже надо будет, ребят, сегодня пофармить, немножечко хотя бы. Потому что рыба, ребят, берем этих пленных. Такое себе. Ты чё стоишь-то, алё? Чё-то даже не уплывает, этот вообще не уплывает никуда. Пока развернешься тут с ними. Туда вот рыбку можно сплавать сейчас, фармануть немножечко. Давай, 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 давай. Хорош. Так, это убираем. Давай сразу на одного накидывайтесь все. Ага. Так, и забираем. Что там забрать удалось? Свежего мяса немножко. Нет, давай ю. Забираем мясцо. Порционы будем потом делать. Фарм, ребят, пошел. Пошел фарм. Так, поймите, рыбку пофармим тоже немножечко. Блин, тоже двух испепеляющих нашел. Нормально, ребят, по 40 тысяч нашел. Блин, офигеть. Неплохо. Хороший товар. Со звездочками, да, хорошо их фармить. У кого звездочки. Но их надо, те, у кого звездочки, их обязательно надо штурмовать и на количество добычи. Был бы у меня еще примак, вот. Там бы еще больше ресурсов падало бы. Он тоже, что ли, рыбачит? Нет? Я думал, он рыбачит тоже. Так, ветерок не очень дует. А мне не нравится. Прям в бочину. Да, опять же, вот скажу насчет ветра, да, вот то, что я на мини-карту перевел его, вот. Меня устраивает, но только слишком жирный, слишком большой вот этот вот значок ветра. То есть разработчику было, видимо, лень делать отдельный значок для маркера. Он его перенес, короче. Это тот же самый маркер, который показывает на море, он его просто перенес на карту. И вот это он зря сделал, потому что надо было здесь отдельный значок сделать. То есть стрелочку, просто тонкую какую-нибудь стрелочку, голубую можно было сделать, типа ветер. Голубую стрелочку просто нарисовать. Тоненькую, длинную.
И все, и показывает направление ветра, и было бы удобнее. А вот эта жирная, конечно, такая хрень, она, да, немножко нет. Но мне на самом деле приятнее на нее наблюдать, потому что я все время вижу положение ветра. А то было вот это вот, я вот выискивал, куда дует ветер, а где он, я не понимаю, блин. Кто-то говорил мне, типа, по верхним флажкам ориентируюсь, но верхние флажки они не 100% прям показывают, мне надо прям, ну, как бы точно, чтобы показывало, куда он дует-то. А он не показывает точно. Давайте вот этих тоже, ребят, заберем. Паруса теперь в списке друзей. Чего? Какие паруса? У меня паруса какие-то в списке друзей, ребят. Мне золото, золото можно в список друзей? Много золота в список друзей. Паруса мне не нужны, с парусами у меня все нормально. Паруса теперь в списке друзей. Так, давайте... Так, ветер, да, ветер, да. Ну-ка. Нормально. Даже так задел. Пошел в жопу. А мне по парусам бьет, да? По парусам бьет, по моему другу бьет, ребят, по парусам. У меня парус теперь в списке друзей. Сейчас я развернусь, вам дам с дуба. Кстати говоря, может двумя бортами было вот так вот встать. Вот так вот. И одного туда, другого сюда. И обоим дабл пенетрейшн сделать. Так. И вот так вот потом. Пошел ты в сраку, падла. Знаете, что бы хотел? Чтобы угол... Я думаю, я их больше трогать не буду. Я бы хотел, наверное, их попробовать на абордаж, ребят, взять. Потому что, чтобы грузы побольше внести. Ты что, дурак? Ты куда? Ты куда летишь? А, ты хочешь на штурм? Ну, давай, 140... Нет, 148. У тебя больно слишком дохрена людей. С тобой мы воевать не будем, тебя мы потопим. Тебя, да, мы топим. А вот тебя, друг, мы с тобой еще сейчас поговорим. Попробуем. Правда, я не знаю как. Но надо как-то с ними немножко поговорить. Падла, блин, ну ветер, конечно, да. Ветер, ветер, ты могуч, ты. Вот когда хочешь на абордаж кого-то взять, это, конечно, жопа полная. У него просто меньше народу, у него 100 человек всего лишь. Можно было, конечно, пообрабатывать немножко картечью. Блин, конечно, это вот это вот танцевалки вот эти, вот, конечно, это долгий процесс. Когда ты хочешь на абордаж кого-то взять... Давайте следующего. Это мощных сразу забираем. Да, и грабим. Ну, ничего не добыли, кстати, нормального. Только зря про время потратили. Только зря, ребят, время потратили. У тебя сколько? 75 человек на борту. Давайте я вас тоже, месье, здесь прижму. Мосье, можно я вас прижать? Я хотеть вас прижать. Вы не можете плыть, потому что жопа. Потому что ветер не ваша сторона. Ой. Зачем там скидываешься к бяку? Скинул там бяку свою. Так, теперь нам надо как-то с ним соединиться воедино. Так, так, вот он сам хочет соединиться. Давай, давай. Ну, доворачивай. Ну. Ну. Ну, ты же хочешь. Ну, давай. Блин, там этот плывет. Однозвездный. Хорош. Так, сейчас мы его будем это, ребят. Мы его сейчас пополним с помощью него экипаж. Потому что экипажа у нас уже мало.
Да, экипажа у нас маловато, надо бы экипаж пополнить. Надо бы тут ресурс забрать. Я вообще плыл на самом деле, ребят, к этому, к торгашу. Блин, пленников, да, я опять набрал. Мне пленников надо где-то реализовывать. А где мне пленников реализовать? Мне только на базу туда везти их. Ветер чуть-чуть исправился, но... 600 голды. Так, этот уплыл, да? Однозвездочный, блин. Жалко. Так, давайте купим что-нибудь. Сахар дешевый есть, да? Солдаты есть, кстати. Можешь купить, кстати. Давайте купим солдат хотя бы, что ли. Давайте купим этих. Еще пофармим сейчас, чтобы на базу, ребят, не плыть. О! Друг плывет мой. Друг, это мой кореш. Это мой кореш плывет. Финн Джинкс. Финн Джинкс. Джинкс Джинкс. Глори Джинкс, ребят. Плывет. Куда ты? Стой. Мы же друзья. Помнишь, как мы с тобой дружили, а ты такой был неразговорчивый, скромный. Давай, я тебя на абордаж сейчас возьму и все. Мои ребята тебя зафармят. Так, сколько? До 600, да, надо, чтобы 50% было. Надо, чтобы, ребят, было 600 минимум. Так, все, можно на абордаж брать. Ты плыви отсюда, Сильвер. Сильвер, плыви. Серебро. Куда ты, падла? Поплыла. Стой. Есть. Цепанули. Только не отцепляйся, пожалуйста. Он может, кстати, уплыть чуть дальше, и он отцепится. Если он уплывет, то он отцепится. То есть абордаж будет считаться неудачным. Так, грабим. Василиск пушка, но она 3000 стоит. Ну, тоже неплохо, в принципе, 3000. Хотя, я не знаю, ее кто купит, нет. Не ходовой товар, в принципе, такой. Не особо. Ну так, ребят, сегодня фарм пиратов. Защита Губера и фарм пиратов. Можно вот этих вот петушков нагнуть. Хотя мне бы лучше со звездочкой бы кого-то найти, да? Я вообще хотел еще рыбку пообменивать бы у кого-нибудь. Пофармить рыбку. И пообменивать ее. Ну сегодня ладно, фарм пиратов будет. Уже на третьем уровне как бы, да? Ну-ка, разворачивайся. Сейчас он развернется своей жопой ко мне поближе. Своим сладким бортиком. Его, кстати, штурмануть можно. Там что плывет? Это мирные, это хорошо. Ну-ка дадим еще залп. И на штурм. Блин, что-то у меня с хп вообще что-то проблема. У меня что-то с хп... Эх, не отцепляйся. Так, не отцепляйся, пожалуйста, стой. У моего дистанции торможения большая, ребят. Мой долго тормозит на самом деле. Давайте экипаж заберем. Не, или ограбим. Давайте ограбим. Посейдон украли. Мы бога украли, ребят. Посейдона. Надо плыть в этот, ребят. В порт. Сейчас горю нахрен. Заплатку надо ставить. Пол хп. А вот этого придется топить. У меня на него экипажа не хватит.
Ладно, потопим. И пойдем в порт. Такой вот небольшой сегодня фарм был, ребят. Такая вот серия. Серия, да, как ты понимаешь, будет покороче, чем предыдущие. Ну, хотя бы какой-то геймплей, да. Что-то мы это плаваем, делаем. Кто скажет, давно тебе уже надо было этим заняться. Ну, я бы сказал, что это прям мне нравится, как бы, да, но... Сказал бы я, ах ты е-мое, я бы сказал, что я получаю какое-то удовольствие от фарма этих пиратов, потому что самому можно потопить. Мне рыбку все-таки мне нравится больше, ребят, фармить. Рыбка, она, знаете, как-то поприятнее, плаваешь, фармишь. Все, прощайте. Так, давайте сплавим вон туда, до этого, я думаю, еще. Почему-то у меня боевая, ну, марка в левом верхнем углу, типа, пиратская эта, начала метка расти. Типа, а что, я какие-то противозаконные действия совершаю? Я ж пиратов топлю. Алло, игра. Так, ну что, мы нафармили, да, немножечко на 8 тысяч. Ну, как бы, тут я бы не сказал, что мы что-то нафармили. Ну, кулеврина, да, испепеляющая. 20 тысяч. Одна штука. Их две, 40 тысяч. Ну, 50 тысяч где-то на пушках нафармили. 50 тысяч. Мясо пойдет в переработку. Припасы пойдут в переработку на эти. Рабов надо бы отвезти. Ром тоже туда в пайки уйдет. Вот. Как-то так. Че, хочешь напасть на меня, да, падла? Я же вижу. Я же вижу твои умыслы гадкие. Ты золото везешь, кстати. О, летит, летит. Подлюка. Неправославная. Давайте заплатку поставим железную. На. Понравилось? На, еще с левого борта. Можешь попробовать, конечно, его это, но я его не штурману, ребят. У меня 104 человека, у него 100. Можешь, конечно, попробовать ему пехоту сбить. Сбить пехоту. Здесь борт в борт, что ли, чтобы вот как более эффективно этой стрелять. Картечью. Но я знаю то, что на близкую дистанцию надо подходить. Но что-то как-то... Да, что-то как-то не очень картечь работает. Вообще с ближней дистанции, типа, борт в борт, и дается залп картечи. Ну, вообще по логике. Давайте попробуем. У него 103 на 103, ребят. Так. У нас меньше. Да, у него сильнее получается. Да, мы проиграли. Нас потопили. Ну, я говорю, нельзя. То есть надо с перевесом нельзя. То есть надо, когда у тебя прям явный перевес. Да, здесь мы потонули, к сожалению. Падла, он меня потопил. Обтушиться нельзя. Да. Вот, мы потонули. Кстати говоря, первый раз, ребят. Потому что я в себя поверил слишком сильно. Поверил слишком сильно в себя. И вот к чему это, ребят, привело. Так, нам на борту не надо. Так, нам здесь надо... Не, подождите. Да блин, нам нужно чё? А. Нам надо, по-моему, сколько я обычно беру? 35, да, остальных это наемники. Да, 35 на 29. Я где-то так приблизительно беру. Вот, слишком сильно в себя поверил, ребят. За этого мы потеряли пушки, кстати, все. Нахуй. Извините меня.
Ну, мы можем, по-моему, подобрать свои вещички. Я пушки потерял, ребят. 40 тысяч. 50 тысяч нафармил, 50 тысяч потерял, прикиньте. И это не игрок меня убил, а бот. Вон там вон мой это, на мини-карте нам показано. Это плохо, ребят, это плохо. Давайте парусину, реферальный код. По реферальному коду парусина пришел. Да. Надеюсь, я сейчас подберу пушки-то. И это здесь мой труп. Ищем, вот. Да? Или это что? Это мой. Трындец, ребят, пушки. Мне насрать то, что я там потерял там рабов. Еще пушки, ребят, на 50 тысяч пушек потерял. 50 тысяч. 50 тысяч просто. Я говорю, я заигрался слишком сильно, почувствовал силу, и вот к чему это приводит. Я надеюсь, пушки здесь. Потому что если их здесь сейчас не будет, я удалю нахуй игру. Я играть больше не буду в нее. Пушек нету. Пушек нету. Или пушки переместились как-то на склад. Пушек нету, все. Да. Вот такая вот серия, ребят. Еще прочность на минус один кораблю сделал. А это значит, что это значит, ребят? Значит, что ремонтировать его надо. А это деньги. Тут нет больше ни денег, никаких точно осколков. Пушки, наверное, утонули, да? Пушки утонули, ребят. Осталось, видимо, на плаву то, что плавает. Да. А почему ядра тогда не утонули? Странно. У меня есть подозрение, что, может быть, пушки переместились на склад как-то. Взяли и переместились на склад, ребят. Может, они переместились, может, они на складе. У меня там две пушки лежали уже, испепеляющие, ребят. Испепеляющие две пушки у меня есть там на складе. Я думаю, может быть... Может быть, там они переместились? Может, мы сейчас приплывем, а мне уже там не две пушки, а четыре? Просто трындец, как обидно. Я теперь, знаете, понимаю, как игрокам обидно, когда, знаете, они едут, ну, идут. Где-то вот здесь вот в PvP-зоне что-то фармят, да, нафармливают там какие-то ключи там, да, ключницы эти, да, а их убивают. Вот я теперь понимаю. Вот за этого я туда и не хожу, ребят. Мне здесь досады хватает. Меня первый раз на этом корабле потопили, ребят, первый раз. За все время, пока я на нем, я сколько уже на нем плаваю, первый раз на нем потопили. Это обидно, конечно. Мне пушки жалко. Я не знаю. Я буду мстить пиратам. Я им буду мстить, всем буду мстить. Эти падлы будут возмещать ущерб. Я их поставлю на счетчик. Они просто так, ребят. О, пушка адмиральскую нашел. Ну, адмиральская это пушка 12-фунтовая, она стоит там 1000. Я им буду мстить, ребят. Месть моя будет сладка. Очень жестоко. Дерево по 3 можно скупить, да? Давайте за 3000 купим дерево, потому что дерево мне до сих пор нужно и в больших количествах, ребят. Скупим этим, тем, чем я стреляю. Все, ребят, плывем на базу. Да. Потихонечку. Ни одного торгаша, что-то я сегодня не увидел тут особо. Он там с кем воюет. Пытается его за это, видимо. Он тоже пытается... Да, вон на абордаж пытается взять. Он его себе в эскадру хочет. Кстати, я тоже могу его... Тоже, ну, то есть могу эскадру себе набрать. Но мне особо не нужна. Я не знаю, мне без эскадры как-то больше нравится. Потому что как-то да. А, не, ну его потопил.
Ну, у нее эскадра, потому что полная. Этот ветер, ребят, ух уж этот ветер. Мирный начал по нему стрелять. Мирный, непонятно по какой этой стреляет, по какому принципу. Бармалей. Я знаю, что он называется, он Блэмэй какой-то. Не знаю, у меня созвучно со словом Бармалей. Я его называю Бармалей. Может, кстати, его формануть. Может, он мне компенсирует мои пушки. Я расстроен, ребят, я подавлен, понимаете. Я так радовался, думал, вау, фармлю ботов, все, сейчас тут тра-та-та-тра-та-та, ресурсы. Вся фигня. Где мои пушки? Ты должен знать. Твои друзья украли мои пушки. Давайте, падла. Верните пушки. Можете две только испепеляющих вернуть, остальное можете это забрать себе. Рыбку тоже пофармим. Пока за ним плаваем, можно рыбку пофармить. Да. Пушки отдавай, падла. Ой. Давайте, ребята. Пушки давай, быстро сюда. Нет, не отдал. Кофе отдал. Говорит, попей кофейку. Что делать-то, ребят? Я расстроен. Подавлен. Еще один бармалей приплыл. Тут тоже дерево, может, снастей, кстати, закупить. Я думаю, буду. Ладно, не хочу я его трогать, это говно. Блин, ветер, ну что ты? Ну мог бы немножко в прусат мне подуть. Не хочет он дуть, в рожу опять мне дует. По волнам, ребят, по волнам. Тра-та-та, тра-та-та-та-та-та-та-та. Хоть бы торгаша, что ли, где-то увидеть. У торгаша хотя бы эти обменять, что ли, марки. Ну, это надо плавать, надо здесь, он... Они особо здесь не плавают, прямо около городов, они чуть-чуть туда подальше. То есть надо чуть в море выйти. Около этих-то они особо не плавают. Че, ребят? Я думаю, удалять игру надо, да? Игра меня подставляет. Забрала две испепеляющих, дала адмиральскую. На тебе пушку 12-фунтовую. Может, тут на нем есть 12? А, там уже его фармят. Ладно, не буду отбирать лут. Его уже фармят потихонечку. Буду мстить, ребят. Буду мстить. Надо звездявых искать и мстить. И надо бы знать, что еще задание повыполнять на береговое братство. Может быть, прям серию опять запишу, ребят, где мы задание выполняем. Вот сюда поплывем, в Эль-Тигре, и выполняем задание на береговое братство. А плавам, может, здесь может, надо будет... Вот здесь, знаете, в чем прикол? В Эль-Тигре выполнять. Я когда выполнял сюда вот... Если товары везти, то везти Девиус, вот этот Шархат, а Асеб вот сюда вот товары возить. То есть недалеко, в принципе. Вот там награда неплохая, плюс 2, плюс 3 к репутации. Вот. Ветер опять прям в харю дует. Не дают зайти в порт. Давайте вот здесь что-нибудь залутаем. Хочу вот здесь что-то залутать. Да. Ладно.
Ну, я сейчас обрадуюсь, если они у меня переместились в на склад, ребят. Сейчас посмотрим. У меня две было из пепеляющих. Две было. Насколько я помню. Две из пепеляющих было. Да. Че, деньги за вход в порт берут? Вообще ужас какой-то. Какой-то ужас, ребят. Семья пытается раздеть. Че я тут? Ну, есть что-то, да. Снасти, снасти взять. Не знаю, порыбачить, не порыбачить пойти. Пленников надо отвезти, блин. Пленников здесь хранить нельзя. 106 боевых марок. Ну, я, кстати говоря, 193 тысячи, ребят, общая сумма. Ресурсов, на самом деле, больше, опять же, я говорю тут, потому что считается по стандартной цене. На самом деле, ценность вот у той же древесины не 2, а если на аукционе продавать за 5, можно продать. То есть это уже только древесина у меня не 12 тысяч, а на 30 тысяч. Только одной древесины. Вот. Можно, кстати, нафармить, ребят, еще порционов. Да, у меня много этих. 200 порционов можно еще сделать, я думаю. Да? Да, у меня много этих. Хочу, а куда это девать? Сделать, да. 200 порционов сделаем, и можно... Испепеляющие, они на склад, ребят, переместились, слава богу. 4 штуки у меня, видите? Слава богу, они переместились на склад. Слава богу, все, спасибо, игра, спасибо. Кстати, с одной стороны, это хорошо, да, с другой стороны, это немножко неправильно. Ведь пушки бы тоже должны были выпасть, да? Ну, я должен был их поднять. Но они переместились на склад. Вот это вот интересная механика. То есть, если ты умираешь, то пушки 100% перемещаются на склад. Потому что у меня две было. Было две, стало 4. Да, то есть у меня 80 тысяч здесь только на пушках лежит. Торговый дом можно на бирже продать. Порциончик что, вообще покупает кто-то что-то? Это вот мои порционы стоят. Это мои по 159 стоят. Ну, кто-нибудь купит обязательно, я думаю. Кому-нибудь они нужны. Боевые марки вот продают по 600. Вот мне боевых марок надо 400 для корабля. 400 марок, вот сколько? 236 тысяч, ребят. Если я буду покупать 236 тысяч, это много. Это боевые марки мне нужны. А, нет, подождите, боевых марок. Нет, подожди, это не то. А можно мне верфь? Да, другой поставить. Я, кстати, корабль прокачал по уровню, ребят, уже. Отслеживать вот это вот мне надо. Мы же идем сразу на второй уровень, ребят. Вот на этого красавца, ребят. Вот этот красавец у меня будет скоро. Вот этот красавец-мужчина. Вкачать его, правда, придется на скорость и маневренность, ребят, не на трюм. Трюм у нее 21 тысяча. Придется его прокачать на скорость и маневренность. Маневренность у него будет маневренность неплохая. Маневренность у него где-то будет 80, неплохая. Вот со скоростью немножко проблем будут. Потому что здесь скорость 14,5, а здесь, допустим, у меня 16,6. То есть на 2 единицы скорость поменьше. Надо будет его прокачать в скорость, я думаю, в маневренность. Ну, вот. Трюм надо будет ему обязательно тоже дать. То есть я им поставлю чё? Когда-нибудь, да? Я им, конечно же, погреб сделаю. Погреб обязательно. Маневренность. Малый крюк, даже вот не знаю, малый крюк ему ставить, нет? Ну там посмотрим, если что, мы что-то сделаем. Давайте отремонтируем все. Древесина, древесина. Вот здесь марки нужны. Давайте ремонтировать, да, иначе потом дорого все это выйдет. Вот, ну марки мы потихонечку фармим тоже. Всего сколько у меня марок? У меня 100 марок, да, всего? Марки. У меня всего боевых марок 142. Всего 142. 9 тысяч дерева, да, 10 тысяч. Кстати, мне знаете, что надо? Мне надо будет... У меня здесь склады уже заполнены практически. Надо экспедицию отправлять. Да, надо, наверное, экспедицию отправить, железные рудники. Надо вообще до дома сплавать, там перефармить, сфармить. Железную руду, кстати, надо перефармить, ребят. Ее надо забрать, ее надо до ближайшего города довести, то есть вот сюда. То есть надо
Да. Такие дела. Все, увидимся с тобой в следующей серии. Чем-нибудь займемся. Чем мы займемся? Да фармить опять будем. Опять тем же самым. Обычные дела, ребят, торговые. Как бы, да, вот. А потом мы, наверное, через серию... Мы, наверное, сплаваем до личного острова. Рабов надо туда отвезти. Потом в Эль-Тигр поплывем, там задание повыполняем. Такие вот житейские дела, ребят. В центр пока не суюсь, там делать мне нечего на моем маленьком суднышке. Вот. А, кстати, по орудиям. А у меня нету... Кулеврина. Так, подождите. А у меня нету пушек. А у меня вот такая есть пушка. Да, давайте вот на эти пушки заменять. Вот, вот так вот. Я их потихонечку заменяю. То есть я за место кулеврин 18-фунтовых чугунных ставлю коронада 28-фунтовые. Они для ПВЕ лучше. Дистанции на 10 меньше, да, но при этом у них и максимальный угол больше, и кучность, разброс кучности, конечно, побольше тоже, но у них и... у них пробитие больше, то есть для ПВЕ как раз. Вот, сколько у меня там, что по орудию? У меня 28 чугунных пушек, 12 этих коронадов, сдвоенные ястребы там стоят, все нормально. Все как надо, ребят, все как надо. Все, увидимся с тобой уже в следующей серии, всем до встречи, всем пока.